житель Смирных отправится на скамью подсудимых за организацию притона. Мужчина и сам употребляет запрещенные вещества. В 2021 он начал предоставлять свою квартиру таким же зависимым людям. Длилось это больше года. В рамках расследования уголовного дела установлены 3 случая предоставления гражданинам своего жилого помещения иным гражданам, которые, находясь в нем, употребляли самодельно изготовленные наркотические средства, в результате чего один гражданин скончался в помещении данной квартиры от острого отравления опиоидами. Правоохранители собрали достаточно доказательств вины сахалинца. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение. За предоставление квартиры для употребления запрещенных веществ мужчине грозит до 4 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до 1 года, либо без такового.